Проміжна перемога за чесні вибори. П'ятий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення на користь штабу опозиційного кандидата в президенти. Виборча комісія 139-го округу, це Лиманський район, загубила диск та теку з документами членів комісії від кандидата Олександра Вілкула. У штабі політика про зникнення цілого району довірені особи дізналися випадково з публікації відповідного рішення окружної комісії на сайті Центрвиборчкому. Юристи кандидата терміново направили позов до окружного адміністративного суду, щоб зупинити це рішення. Административный суд подошел очень халатно. В выходной день в течение 10 минут принял решение отказать нам в иске, потому что дали нам всего лишь небольшое количество времени, меньше 2 часов, на то, чтобы собрать все документы. Не привлекая в этот момент ответчика, окружную комиссию, ссылаясь на то, что в течение почти 2 часов все доказательства можно собрать, и не думая о том, что окружная комиссия находится в области, туда как минимум физически нужно доехать в выходной день в воскресенье, собрать кого-то, собрать документы и так далее. В общем, это было такое, на наш взгляд, очень халатное отношение к своему делу. Штаб кандидата звернувся до апеляції, щоб справу повернули у першу інстанцію. Колега суддів задовольнила позов юристів Вілкула. Тепер окружний адміністративний суд має розглянути справу протягом 48 годин з моменту відповідної ухвали. Это особая категория дел, которая рассматривается в течение 2 дней по закону, поэтому я думаю, что максимум завтра она будет рассмотрена. То есть сегодня, завтра передадут документы, назначат производству, обяжут предоставить все необходимые документы, которые откроют производство, предоставим документы, истребуют документы из окружной комиссии. И я думаю, что на этом основании будут выноситься решения. Для нас было принципиально важно, чтобы наши представители работали в избирательных комиссиях. Мы, честно говоря, были готовы на войну и готовы и сегодня. Посмотрим, какое будет решение у административного суда, потому что в этих комиссиях у нас теперь будет особое пристальное внимание. Каким бы ни было решение теперь первой инстанции, мы в 3 глаза, в 6 глаз, в 8 глаз теперь будем следить за работой этих участков.